Всем привет, друзья, с вами Бабкин, мы продолжаем проходить испытания в Айзеке. 17-е испытание, вака-вака. Что это такое, непонятно. Так, и что со мной? А, это значит... отсылка к этому, как его, доктору Манхэттену. Хорошо. Так, а чё эта херня-то двигается? А, я понял. Мои слезы притягивают, по идее, видите? Хорошо. Вау. Жесть. Блин, ну это же... это реально упоротость. Хорошо. Хорошо, давайте зайдем. Ну, неплохо, неплохо. Тайничок мы, скорее всего, не найдем. Хотя... хотя, если постараться, то можно найти. Блин. Урон порожниковый. Да не совсем. Вот они разгоняются просто как-то по-конченному. То есть это не прикольно. О, жесть. Ай, промазал. Урон очень слабенький, это очень плохо. Так, хорошо, буст. И идем дальше. Ну да, это как-то странно немножко играется, но... было бы лучше, если бы мобы не притягивались. Еще, конечно, вариант вот так вот как бы стрелять, каждый раз на кнопку нажимать.
Так, а что если... Я думаю, ключик мы не будем тратить. Пока ничего не буду покупать. Тут у нас... Ну да, ну да. А тут и ключи, как назло. Ну, ладно. Что есть, то есть. Можно слиться, зайти наверх. Понятно. Когда я говорю, что нужно слиться и зайти на арену к боссам, ну вы поняли, сразу автомат взрывается. И все. Рейндж. Понятно, куча сердец. Да ладно. Где он? Да чё за шутки? Ну, я не знаю, можно эти кувшинчики повзрывать. Чё-то как-то не густо. Что я хотел купить? Понятно. Ну, все, уходим. Точнее, идем к боссу. Хотя можно вот так вот бегать, стрелять. Босс будет сам напариваться на слезы. В принципе, интересная тактика. Ну-ка. Сундучки, да? Блин, но это нехорошо. Так, слезы мы вернули, поэтому нормас. Давайте сразу зайдем, посмотрим. О, блин, сердце пропадает. О, интересно, что будет?
Я уж думал, от стены оторвется. Вау. То есть они как-то чересчур бешено разгоняются. Видели, да? О, дружище, давай, на колючки. Не? Не хочешь? Ну ладно, давайте сразу босса убьем. Ой, нехорошо, я чувствую, что гемор будет. Это, походу, тактика голимая. А чё он не стреляет? Нет. Ну и ладно. Последняя бомба. Так, ну может быть тут что-то толковое будет. Ой, зря, ой, зря. Можно слиться и попытаться сундук открыть. Чё-то не прёт.
Ну-ка. Иди сюда. Окей. Так, в большую комнату пока не пойдем. Давайте по маленьким пробежимся. Мудаки, такие мудаки. Отлично. А, он как-то виснет, смотрите. Когда его притягиваешь, он не может стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Покупаем. Чё там? Ну, я думаю, пригодится. Да. Так, 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 так. Да-да-да, видите, они не стреляют. Давай ключик ко мне. Ну, в принципе... Сейчас мы и сундук притянем. Да я же магнета. Или магнето. Воу-воу-воу. Успокойтесь. Давай-давай-давай-давай-давай, родная. Ой, бедняжка, ой, бедняжка. Так, хорошо. Не будем уже спешить сейчас. Нормально обойдем полностью уровень. Летучие мыши, да? Ну там, по идее, что-то есть. Почему-то мне так кажется. Нихера себе, муху оторвало. Смотрите. Или как это было? Сейчас давайте проверим. А нет, не отрывает. А, блин, я же забыл. Тайник-то я уже нашел.
Так, еще одна большая комната. Ну тут хоть грибочки есть. И аркада есть. Неплохо. Так, а что там по здоровью? Так, это, по-моему, на бомбы, да? Так, давайте сначала этого уберем. Теперь нам нужны ключи. Ой-ой-ой-ой. Так, а в магазине я все скупил или нет? Давайте посмотрим. Так, ну смотрите, ключей нет. Поэтому что делать? Ладно, уходим. Давайте посмотрим. Ну, начинается. Блин, плохо, что я не вижу своего ХП. О, эти тоже не могут прыгать.
Так, ну в принципе несложно. Ой-ой-ой, застрял. Блин, 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 а чё там по ХП? Так, пауканы. Вот ты где, мудак. Ой, так, сердце взял. Камушек разбиваем. Так, тут у нас, по идее, магазин. А пилюля. Ну, в принципе, хорошая пилюля. Да, ёпт. Что-то я тень не вижу. ОМГ. Так, сердце не могу взять. Это значит, что у меня достаточно ХП. Забираем назад. Отлично. Блин, а это глубины какие? Первые, по-моему, да? Да. Ой, отлично. Ай-яй-яй, задел. Так, с этим разобрались. Забираем. Давайте еще осмотрим большую комнату.
Так, вроде больше камней нет. Блин, не прикольно. Ну, я не знаю, давайте, наверное, попробуем. Хотя, скорее всего, он ничего не даст. Твою мать, а тут я не пройду. Смотрите. Сливаться нет смысла. Ну, в принципе, все. Ну, неплохо мы раскачались, я вам скажу. Так, аркадка. Ну, пока ничего не делаем. Что-то она как-то жестко притягивает мух. Да что такое? Немного упоротости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я как-то не рассчитал. Блин. Мудаки. Да он просто блочит. На. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай сюда. Так, а вот это хорошо, в принципе. Я, наверное, даже сейчас сделаю вот так. Ой-о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 й. Ой.
Ни хрена себе ты стреляешь. Так, что нам карта говорит? Что по идее тут босс. Ой. А, ну да. Так, монетка. Хотя сейчас можно полностью слиться. Хотя зачем? Еще и не сдохли. Ай-яй-яй, зря отпустил. Давай, прыгай. Так, а секрет я так и не нашел. Что за непруха такая? Так, ну хорошо, давайте. Отлично. Сейчас будет дикая хрень твориться с предметами. Как она меня там зацепила? Чё за бред? Так, ну по идее все. Идем маму убивать. Хотя тут можно черепки, наверное, да? Или не трогать их. Ну что, давайте. Сейчас будет весело. Урон слабенький, к сожалению.
Окей. Пожалуй, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Бабкин. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, если есть что сказать, и не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.